короче, ехали-ехали, приехали в храм. Сюда приехали. Не знаю. Я, если честно, не знаю. Дим, это подъем на Ай-Петре? Нет. Подскажи человеку. На машине ходите, на подъем. А вот так наверх, на трассу. На трассу наверх поднимаетесь. Смотровая. Получается у нас ротонда. И вот такой вот видос. Поднялись мы. Вниз? Куда? Да, на скале. Человек. Это парень, девушка или как там? Внизу девушка, я так вижу. Ну, по бюсту. А, без очков. Вот такой вид. Красивый. А где эта русская бабушка? Нет, вы когда ехали сюда, над нами. Мы тоже хотели. Я не знаю, как называется. Диман, это тропа такая. А вот эти бочки, как называется? Я стесняюсь. Массандр. Массандровские бочки. То есть тут массандровские бочки. Херес. Не, ну я не думаю, что тут херес хранится. Короче, тут выдерживают херес. А сейчас мы идем по какой тропе? Царская тропа. Да пусть они идут, они. А куда мы идем? Николай II гулял по этой тропе. Хорошо, ну по-царски. Вот Николай II, III гуляет. Ну, в общем, это наше продолжение первого дня отдыха. А под нами видите старая. Что старая? Дорога здесь была не просто тропа, была широкая дорога, и мы здесь ездили в мой дядь. Короче, старую тропу замостили брусчаткой. А мы сейчас идем вообще по какой тропе? А мы идем обычной тропой. Конечно, как обычно, я сейчас пока поднимусь в гору, я задохнусь, не смогу ничего комментировать. Да. Я уже задыхаюсь, уже гремлю бутылкой с пивом. У меня тут в пакете две бутылки, а может быть три. Ого, каменяк какой! А это что за каменяка? Кстати, вот тут на обратном пути заберем. Есть, Пашка, на каменяках? А это что, ну, есть какая-то история этому камню? Этому пока нет. Тебя начнем. Сейчас придумаем. Это я не просто говорю, что за каменяк. Это вот такая вот штука. Просто так лежит в лесу. Я не знаю, с какой горы оно свалилось. С Крестовой. С Крестовой? Да. Выключи, потом расскажешь. Нет, не выключи. Выключи? Да, выключи. Выключил? Да. Нет, Дима нужно. Давай. Все, я вот на себя смотрю. Сейчас вот нам и расскажет Диман, дружище. Ну, я на себя направил. Все камни, которые теоретически могут скатиться, пронумерованы. Вот тут вы увидите штуку 6, наверное, камней. Номер у этого камня где? Этот не может, он уже скатился. Это уже скатился. А те, которые скатятся, еще пронумерованы. Пронумерованы. Понятно. Ихтиолог вам говорил, по-моему, что вот 4000 камней. А если вот, допустим, сейчас идешь, а тебе камень в лоб катит? Запомни номер. И скажешь, что этот уже скатился. Короче, не знаю. Да уже не буду, я думаю, если так. Нас друзья повели по царской тропе. Ну, мы свернули с этой тропы. Ну, в какую-то... Ну, не, GPS координат на видео нету. Потому что они вычислят. Купили здесь домик и не хотят, чтобы мимо ихнего домика ходили толпами туристы. Удали, пожалуйста. Удалю, конечно. После того, как будет много-много просмотров. Нет. Людям интересно, где мы тут шарохаемся. Красота, конечно, хорошая. Вот мы идем по тропе, а мимо нас вот тут эти ребяшки-то. Да.
Вот сниз. На дорогу тоже смотри. Это ж катится. Потом камеру бурбур. Ему тоже номер напишу. Сейчас я тебе дам пакетик с пивом, чтобы мне было полегче кувыркаться. В общем, вот такой вид. Природа такая. О. Пещера. Пещера? Пещера-туалет. С одной буквы М, с другой Жо. А вот это, дикая горная кошка, Паша. Ай. Ну да. Короче, не знаю. Ладно. В общем. Все-таки они кошки решили колбаски дать. А там еще. Сейчас тут банда выскочит. У них обращение вон там какая-то. Мы вчера ночью ходили. Посмотрим. Да не ест она эту отраву. Нет, это вкусная колбаса. Ага, кошка знает. Сейчас отберут. Да нет, вкусную колбасу бы из сорта не выкинула. Не, она уронила. Ну, уронила и сразу бы подняла. Они у тебя соленые. Не, у меня тут тяжело уже. Да, тут легко. Ну ладно. Просто дальше лезть будет неудобно, на другой спорт. Вообще от колбасы ушла. Да. Не знаю. Мы эту колбаску ели, конечно. Да. Может, из-за того, что мы пьем ялтинское пиво. Поэтому нас устраивает. Там на самом деле глубоко, можно. Смотрите, куда мы идем. Мы идем куда-то. Дима, мы правильно идем? Что-то, блин, мне не сказали, что надо горное это обмундирование там горнол, не лыжное, а как оно называется там, по горам лазить. Козлом не знаю, козерог-то я уже козерог. Давай пакет. Козлом я еще не хотел быть. Ладно. Короче, наш путь идет не самыми ровными тропами и гладкими. Идем по такой-то местности. Я иду, иду. Это... Слабость. Я представляю, что будет, если мы выпьем пиво, которое с собой несем. Это нам придется... Я же назад не спущусь. Боком. Боком. Если хотите... Стать крабом. Крабом надо стать боком. А, надо и стать раком, и идти боком, да? Это из фильма «Горько», кто не видел. Хороший фильм. Наташ. Я тебя буду подстраховывать. Осторожно. Дальше идти не надо. Ну вот. Ой. Мы пришли к какому-то святому кресту. Я сказала ей, зачем я сюда пошла? Я высоты ужас как боюсь. А ты не подходи к краю. Там тут низко. И что тогда я сюда пришла? Вот, сядь вот сюда, вот, сядь. Вот на камень. Наташа боится. Идем вот тут. Вот на тут. Камень мимо, мимо кустика иди. Иди сюда. Вот сюда иди. Вот сюда иди. Иди за мной. Вот тут обрыва нет. Иди вон детей поснимай, Паш. Сейчас, я сам боюсь. Сам боюсь. Ваню ушли. Дети куда пошли? Ну, чтобы поснимать, надо идти. Надеюсь, что я не кувыркнусь. Если честно. Ау. Да, давно выключено. Давай, какая крестовая? Вот это называется крестовая. Потому что крест на самой горе. Крест ставила графиня Воронцова. Жена Воронцова, которая построил, слышишь? Воронцовский дворец. Да. Откуда у нее? Смотри, не говори. Нержавейка. Чтобы вот видно было тот край, может, чтобы видно было крест. Отметили это место. Кресты ставили всегда на Руси, в тех местах, которые были значимые, красивые. Ты что, снимаешься? Нет, дай сказать. Они поставили крест. Наблюдали. Поставили крест и посадили лавровый куст. Где? Куст. Это было?
квартирные туалеты. Остались туи, или как это называется? Можжевельники. Можжевельники. И сначала крест был деревянный, потом его сделали металлическим. Если видно крест, не видно город. Он был металлический, но с этими подставками для свечей. Понял? Да. Каждый вечер тут по указанию. Куда? Слышь, Наталья, каждый вечер на этих крестах в древности зажигали свечи. Вот он был подсвечник весь. И он горел над всей Ялтой подсвечник. Пашка, отойди чуть-чуть. Замечательно, свечи тут долго не горячие. Потом тут чугунный упал, поставили вот этот нержавейку. Ну, вот это вещь. Ну, красивый вид. Здесь вот это. Видно все Сочи. Сочи. Почему? Фу, Ялту. Сочи, Сочи, Сочи. Вот, смотрите, вот гора Парус. Видите? Где? Скала. Из моря торчит. Да. Алло, обрывы куда-то. Они вниз ушли. Вы что, больно далеко пошли? Юль, можно тебя в сторону? Влад, я сказал не ходить туда. Мужчины. Да, нам деток всех поубиваешь. Коля, да ясно фиг. Я сам уже опасаюсь. Это что вы сюда, Димка, с дома выходите на романтическое свидание? Смотри, смотри, дальше. Все, вот сессия закончилась. Вот Курпаты, видишь, санаторий управ делами президента, вон, круглый. А под ним пляж, вон пляж. Вон он, да вон видно. Вон пляж Курпаты. А мне кажется, волна меньше стала сегодня. Парус в этой, где был? Тоже не подойдет, так что вон побольше. Вот этот гора Парус. Ну я вижу, да, вот отдельно. Вот прямо горой, за мысом. Ладочкино гнездо. Оттуда вот на таком же расстоянии близко. И дорога вот эта вниз. Так, вот она идет. Дорога идет. Да. Красота. Влад! Правильно подходить. Не, они вон сидят на камешке. А, Пашка, а вот указатель. Вот это русский крест, а он турецкий. Внизу. Видно вам? На обрыве. Ржавенький, да? Он указывает на Турцию. Ржавенький. Ну, короче, турецкий. Турция наше все. Я вам покажу сейчас все. Конечно, рискуя жизнью и здоровьем. Но пока еще есть и то, чуть-чуть. Я спущусь. Так думаю. Везде. Лопочки. Вот такая природа. Извините, что 100 раз уже Крым назвал Сочами. Но это все-таки Крым. Это Ялта. Не знаю, детки у нас убежали вперед. Где-то сидят. Я сам себе прокладываю дорогу. Думаю, до них дойду. Но думаю, не здесь. Здесь что-то я не сюда забрел. Вот я куда-то сюда забрел. Туда я не хочу идти. Значит, я неправильно пошел, я так думаю. Смотри, смотри, Паш. Ау. Вот Нижняя Арианна санаторий. Это любимая дача Брежнева. Это какая? Квадратная, вот, внизу. А, вот. Они все сзади, вот эти. Ясно. Брежневская дача. А вот к какому-то зданию пристраивать что-то, новострой. Ага. А вон, смотри, смотровая площадка, там высоты вот она идет вот так. Это половина ротонды? Царская тропа. Вот так-то все тут. А вон, смотри, вон комплекс дипломат, он видишь, стоит? Три макушки, что ли? Да, три купола. Там ясно, дипломатическое. Сейчас мы вам все расскажем, где и что. А вот возле самой воды маленькие здания, пристань. Это не знаю. Сложная станция. Смотри, вот. Флаг, видишь? Дальше, что ли? Нет, вот, на горе флаг. Да, вижу флаг. Это... Турция. Это...
Какой-то... Факел? Ого. А на флаге какой-то желтый круг и еще ободок там. Да я бы тут много что охранял. Такая красотища, что тут много что нужно охранять. Я так думаю. Дим, к деткам сюда спускаться? Вон там. Там? Мы спускаемся вниз. Это опасно, но мы потихонечку идем. Так, трубочки. Дима, а здесь обрыв. Прыгать надо? Дим? Диман? Здесь я не спущусь. Что-то он меня обманул. Ой, не буду я тут прыгать. Наверное, как-то здесь. Ой, 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 ой. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так вот, всяк вот. И вот так вот. Да, вот здесь я... Эй. Ой. Все, пробрался к деткам нашим. Детки наши, как молодые козлики, прыгают по горам. Владек, ты их особо там не таскай по горам. Это не такие козлики. Че, Аленка, скажешь нам, как тебе в Ялте, в Крыму? А? Нормально, нормально, ей очень нравится. Ай! Ей очень нравится. Смотрите, самая загорелая девчонка. Мы все тут пришли. Бледненькие, а сейчас красненькие. Ну, видно, здесь люди ходят. Есть всякие следы, так скажем, жизнедеятельности. Кто-то мусор оставляет, банки, одно, другое, третье. Так что... Ой! Ой! Владек, ты мне мальчишек там особо не веди. А вы там куда пошли? В самый низ, что ли? Нет. Я боюсь уже за вас. Я сам боюсь. А за вас еще больше. Че, Владек, здесь за места? Постоянно все сюда ходят? Я да. Это у Влада козырная тропа. Да, короче, вот так. После Пашки турист уже мокрый. А сейчас сосна упадет на них. Идите, твою мать. Приехали в Крым. На кого Бог послал, да? Это уже вечер. Это уже... Я его тоже снимаю. Я вот всех снимаю. Паш, ты снимаешь звезды? Это тебе кажется. Звезду ты снимаешь эти годы. Да, вот одну звезду, которая сидит возле креста, остальные вот звезды деревянный. Сидят рядком. Влад, давай аккуратно. Как там пенек? Послали ребенка свалить пенечек. Исторический момент. Эта штука росла, наверное, 1000 лет. Сейчас. Только не старайся так сильно, дружище. Из сосны мы не делаем. Давай аккуратнее. Да, лучше, может, не надо, пускай растет. Персик. Кушай персик, дружище. Владек, она не падает, оставь ее в покое. Через 100 лет придет. С ноги. Не надо с ноги, с такой. Давай, победи, Геракл. Тихо. Стреляет уже. Вверх поднимай, вверх. Ушел пенек. Че, в октябре лет накрыл. Был
сосен, нет сосен. Все, не будет на этом месте вообще никогда этой сосны. Вот. Ты к краю. Он пошел назад возвращать. Пашка, выключи свою камеру. Он на камеру живет. Ой. Посидели, отдохнули. Все. Пора и назад. Ой, черт. О, мне тут дали даже опять полный пакет пива. Что-то мы пытались посидеть, отдохнуть, попить пивас. Нет, мы его выпили по бутылочке. Но все равно вниз. Главное, чтобы сланцы не подвели, не скользанули. Не, ну у меня вроде бы чуть-чуть нормальная обувь, не скользану. Ай-яй-яй. А Димка сказал, сначала а пойдем. Вверх решили? А, Наташа, не спускайся. Карамелька придет. Была учебная. А потом как? А потом тебе куда скажут. Нет. Может, не стоило. Она хотела сказать, я вас здесь подожду. Да, я пока подумаю, как спустить. Тихо. Иди, Кость, вперед. А, ну ладно, со мной идем. Короче, экстремальные путешествия. Если кто-то будет падать, кричите, я коврик раскину. Разложу, да? Ковер-самолет? Нет, пеночку. Фитнес-пеночку. А что мы там лезем? Тут проще. Не знаю, куда вас ведет. Я вообще перепутал. Ты еще не видела, куда он нас ведет. Ну тогда у него пакет. Дима, внимание, не дерзи. Внимание, номер 58. Из которой можно упасть? Этот да. Камень типа может шарахнуться куда-то. Ищем. Ну я не знаю, быстрее шарахнемся мы, чем вот эта глыба. Номер 57. Да? Тогда и нас надо пронумеровать. Да, вдруг мы шлепнемся. Подпертые мелкими камнями все. Подпертые, а, подпертые. Подпертые. Ну да. А? Давай. Что дать? Ну коврик давай хотя бы. Хотя бы коврик. А где дети? Дети уже вперед убежали. Дети усвистали. А вот эти цикаты, да? Как они вам? Утром или когда? Я привыкла. Они хором могут. Они только на жару. Мне так нравится, как они трещат. Они вот какой-то период и все не будет. Вот наш этот растет весь молодой. Грецкий орех. Иди вон край. Там было три штуки. Сейчас упали, а нет, висят. Ай! Хотел очередь собрать. А если на дереве что-то написано, что-то... Ну, грецкий орех, то я, если честно, насмотрелся и в Молдавии. А вот тонкая, это грецкий. Тонкая. Что там? Тонкая. Не знаете, что такое? Нет. Ванзли камень на камне стоят. Там, а, да, это знаю. Вот, пожалуйста. Надо запечатлеть себя на фоне камня на камне. Я думал, Владек уже камень на камне не оставил, а он еще оставил камень на камне. Оливка тысячелетняя, вон, видишь? Оливка? Олива. Я вот ищу дуб тысячелетний. Даже больше тысячелетнего. Блин, какие тут маленькие кустики. Сарапульки. Вот это олива тысячелетняя. Обнимать ее не будем. Она вон какая припухшая. Я говорю, вот маленький кусточек. А... Оливки съел Димка. Он уже не был давно себе. За тысячу лет ты рожать не сможешь. Ну я же не оливка. Ну, поэтому тебе такой срок и не ставят. Юль, пошли экскурсовод, дружище.
Короче, мы... Ну ты комментируй какой-нибудь коммент, дай. Коммент какой? Вон Толхэнс сделал. Толхэнс я сделал. Я говорю, Владёк еще не все камни с камней повалял. 20 метров до вершины. Сосна стояла, мешала. Тысячу лет никому не мешала. Сегодня свалили. Ну, значит, кому-то все-таки мешало, Диману. Но вы помните, что эту тропу нельзя никому рассказывать? Да. Потому что он не любит на своей тропе. А тут это прям поляна, мангальчик. Вот я сюда предлагал привезти мангал и пожарить шашлык. Вот такую поляну привезти. Ну, мясо можно уголь пожарить. Вот такая красивая обстановочка. Уголок. 37 раз. Раз, два. Перемотаем. 7. Там будет красиво. Да? Часто у меня физкультурник. Ой, нет, ну 38 раз достаточно, я думаю. Там еще экскурсия. Все идем дальше. Ну я ошибся, 40. Ладно, 40. Пойдем, дружище, на экскурсию. Кстати, выпиваем пиво Ялта. А мы куда? Ну да, и какой-то вот кругом обойдем сейчас. А я там оставил пакет с пивом. Пускай стоит. Пускай стоит. Решили, короче, остановиться, мясо пожарить вот на этом пятачке. Можно на этом пятачке. А можем на другом пятачке. Здесь, короче, место на месте. Вот посмотрите, вот, друзья мои. Можно вот здесь пожарить мясо. Смотреть на море. С высокой горы. Горы. Горы, хотел сказать, горы Петри. Гори, гори. Гори, гори, ясно. Давайте здесь. А чем здесь лучше? Там безопасней. Море видно. Вот с этого камня прикольнее видно. Я не полезу. Говорит, с того камня прикольный вид. Давай, Владёк, не будем экстрим устраивать. Вообще пипец. Смотри, сколько у нас линий. Мы как-нибудь пройдем вперед. Завтра все просыпаемся и в горку. Так что так. Очень уютно, очень красиво. Да, там и свободнее, спокойнее. У нас деток много, у всех много. А здесь будут все прыгать по камням, как козлики. Давай, веди нас подальше, следующей тропой. Дима? Надо снимать? Конечно. Вырежи потом. Вырежи. Меня вырежи. Может быть, еще твое загорелое лицо вырежить? Точно, это возможно. Нет уж. Обгорело, так обгорело. Да, Наташка? Розовое лицо обгорело, так обгорело. Какая-то горячая, как печка. Я еще на камне сидела. На камне сиделась? Короче, саккумулировала она очень много тепла в себя. Не, Димка, я вниз не пойду. Туда. Мы направо идем. Направо это хорошо. Все за мной. Я нынче экскурсовод. Короче, здесь можно ходить, бродить. Место, каждый поворот, каждый уголок уникален по-своему. Везде можно посидеть, отдохнуть. Здесь нет таких супер-супер-пупер засиженных, загаженных мест. И если люди отдыхают, они пытаются за собой убраться. Ну, как вы видите, то есть, вот, первозданная природа, натоптанные тропы. А такого, чтоб фу-фу-фу, нету. Так что, хорошие местечки тут. Не знаю, как тут кто-то это... Не знаю, наверное, заслоны, когда водичка текла там, не знаю, под дождиком что-то мастерил. Как это называется? Ну, кто-то что-то здесь творит. Владёк хочет. Влад, она еще корнями держится. Хорош валить эту сосну. Детки, вам-то нравится? Нравится, наверное.
Короче, вот здесь вот так можно ходить кругами. Не кругами. Хорошие места. Вот здесь мне нравится место. Сосна заваленная, как лавочка. Правда, вся какая-то шипастая. Особо на ней не посидишь. Но сосна как сосна. Надо через нее лезть. А здесь очень много таких красивых, хороших местечек, где посидеть. И не особо кто загадил. Все чистенько, аккуратненько. Потому что нету указателей, нету маршрута людей. Что можно здесь отдохнуть. Это если кто-то вот здесь вот рядом селится, местные жители рассказывают, а так нигде не написано. Надо, да, Крестовая гора есть, ну и что. Смотри, какая хорошая эта. Как она называется? Туйка, муйка. Да, фиг выкопаешь, у нее хордик под скалой. Под скалой? Мы много раз смотрели, где бы нам чего выкопать. Мы на прошлый ваш дом, сосенки. А это что за реперная точка? Ну, ты строительный заканчивал или я? Геодезист, да. Реперная. Да. Ну, короче, это. Да. Все здесь помечено, подмечено, так что это вам не хухры-бухры. Да.